Привет, дорогие друзья! Привет! Мы сегодня с вами находимся на пятничном рынке в магазине. Пойдем в магазин Роя Кундура, в обувной магазин Роя Кундура. Ссылка на этот магазин, на местонахождение, на страничку в Фейсбуке и на предыдущее видео, которое мы снимали, в описании. А сегодня мы идем смотреть новый сезон. Магазин Роя Кундура находится в самом центре Алани, недалеко от пятничного рынка и автобусной остановки. В магазине Роя Кундура продается женская, детская и мужская обувь. Сегодня мы с вами идем в отдел мужской обуви, где покажем вам ассортимент, новый сезон, ну и, конечно же, цены. В магазине Роя Кундура работает Бурхан, он говорит по-русски. Добро пожаловать в обувной магазин Роя Кундура. У нас качественный обувь, низкий сейный. Давайте посмотрим, что есть в новом сезоне. Хюсейн нам покажет, какая обувь есть в новом сезоне. Это модель. Очень мягкая. Какая это фирма? Руя. Bunu biz kendimiz yaptırıyoruz bu markayı. Ага, фирма Руя. Aynen. И derisini falan biz kendimiz seçiyoruz. Стоят они? Стоят 170 лир. Натуральная кожа, очень мягкие. Очень мягкие, есть разные цвета, черные цвета. Светлые. Вот это на лето очень хорошо. Язын için değil mi? Aynen, bunların hepsi yazlık. Delikli. Да. Delikli. С дырочками для того, чтобы нога дышала. Есть вот такого плана спортивная модель. Aynen. Тоже натуральная кожа и стоит 329 лир. Bunlar есть orijinal вот такого плана. Натуральная кожа. Farklı tavanı grubu var. Новый сезон, фирма Lacivert, beyaz, siyah renkleri var. Есть белый, синий цвет, черный. Bu deri mi? %100 orijinal deri. Это стопроцентная кожа. Dockers очень хорошая фирма. И стоят они? Стоят они 249, 250. Здесь есть модели ботинок, осенних, весенних и также зимних. С прошлого сезона остались. А здесь? Здесь фирма Libera и доктор Комфорт. Доктор Комфорт, başka modellerimiz var. Вот эти вот очень легкие. Чаус маркасы. Чаус. Марка Чаус. И стоят они 299 лир. Прям. Да. Очень-очень легкие. Комфорт модельлерimiz şurası. Ортоберик. Ортопедическая обувь доктор Комфорт. Я думаю, что многие из вас ее знают. Bunların yeni modelleri olmaz. Bunlar komfort, rahatlığa önemli olduğu için. Biraz daha modeller стандартные. Модели стандартные, и, например, вот эти вот стоят 450 лир. Они все стандартные. Новый сезон, старый сезон. Модели все стандартные, натуральная кожа. Ну и, конечно же, ортопедические. Поэтому, если вы ищете ортопедическую обувь, здесь она тоже есть. Вот эта вот модель стоит, например, 400 лир. Полностью кожа и ортопедическая. Марка Libera. Aynen, спорт, takım elbiselere. Вместе можно с костюмом, более такая классическая модель. Hem taban olaraktan desnek. И очень мягкая, удобная. Да, да, да. Стоит она 280 лир. Siyahı var, mavisi var. Есть еще синий и черный цвет. Марка Tetri. И стоят такие 350 лир. Кто любит классику, есть классика разных цветов. Вот такая же модель есть синяя и светло-коричневая. Şu şekilde deri, örgü deri koca. Вот такого вот плана очень интересная модель. Марка Free Food. Free Food марка. Марка Free Food и стоит 349 лир. Очень легкие. 330 лир. Free Food маркадан şöyle моделим daha var. Biraz daha hem klasik hem spor tarzı. Классическая спортивная, можно и с джинсами, можно с брюками, можно с костюмом. Стоит 329. Очень большой выбор. Есть вот такого вот интересного цвета, если вы любите необычные цвета обуви. И раньше показывали вам темно-коричневую, есть вот такая Free Food черные, очень тоже легкие. Здесь есть Timberland для лета, на лето, вот такого вот плана модели. Очень мягкая кожа, тоже стопроцентная кожа. Сколько они стоят? 240 лир на лето.
Az önceki Ferihut markasının mesela bağcıksız versiyonu. Вот такие вот мокасины, кто любит без шнурков. Ferihut modelinin yine Timberland grubunun benzeyen versiyonlarında. И тоже Freefoot модель. Тоже, наверное, такая вот интересная модель. Здесь в магазине Руя Кундура очень много и классической обуви, прям классической. И очень много интересных моделей. Например, вот такая вот модель, тоже натуральная кожа, стоит 249-250 лир, марка Freefoot. И есть вот такого вот тоже интересного плана. Rahatlık olarak yine başka bir modelimiz. Очень удобная модель. Aynen. Libero. Geçen sezon Ayhan Bey'e vermiştik. Libero. Libero. Bu sene yine getirdik bu modelde. Yeni geldi. Это новый сезон, новая модель. Стоит она 200 лир. Evet. Тоже очень легкий. Есть черный цвет и темно-синий. Nereden var? Yeni gelenler. Göstermek istersen. Это модели нового сезона. 4 renk var. 4 цвета. Стоит 300 лир. Классические, можно и под джинсы, и под костюм. Спорт такымларда кулланылыр. Даже со спортивным костюмом. Спорт гиимлерде. Вот такого плана. На каждый день 200-320 лир. Фоско марка. Фоско. Марка Фоско. Сайлор дия марка. Сайлорс. Марка Сайлорс очень тоже мягкий, удобный, натуральная кожа. Цена 330 лир. Не кошелек этого. Очень. Да, очень интересная модель, вот такая Libero. Стоят они 200-300 лир. Кто любит необычную обувь. Есть еще синий и светло-коричневый. Dexter маркаларымызды танытalım. Şu şekilde istersen. Марка Dexter. Şu şekilde. Там рахатлы. Тоже натуральная кожа, очень удобные. Dexter марка. И стоят они каучук табан. 600 лир, каучуковая подошва, очень удобная. И есть вот такая вот модель, чуть полегче, она стоит 500 лир, с капри, с джинсами, с шортами. Вот это очень удобная обувь марки Libero. Айхан, Сен-Гестер, покажи. У Айхан, например, в прошлом году купил вот эти вот... Вот эти вот ботинки, и они 4, 6, вот 8, именно 9, вот эти 9, очень удобные, прям 8 цветов, 9 цветов. Aynı modelin şöyle bu sene bağcıksız versiyonu da getirdik. Новая модель. Новая модель этого сезона без шнурков, тоже Libero. Очень прям удобная, мягкая, красивая. Ну, потому что уже проверенная, натуральная кожа. Классик модель, ама топуксуз. Классическая модель без каблука. Более такая спортивная. Стоит она 240 лир. Очень красивая, я очень люблю лаковую кожу, потрясающую. Более классическая модель такого плана фирмы Libero. Стоит 300-400 лир. Onun normal mat rengi de var. И вот такая вот, такие же, точно такие же, только матовые. Тоже 400 лир, натуральная кожа. Здесь полностью новый сезон. И большой, очень-очень-очень большой. Очень большой выбор моделей до 45 размера. Вот здесь вот модели большого размера. 40, вот, например, 48 размер. Есть классические модели 46 размера. Вот такого плана. Вот это вот модель 45 размера. Грайдер 46-47 номера моделимиз. Грайдерин. Вот такая вот модель, натуральная кожа, грейдер, есть до 48 размера. Очень большой выбор, конечно, классической обуви здесь. И очень строго классическая, классическо-спортивная, поэтому обязательно приходите. Доктор Комфорт, 46-47 Доктор номера. Комфорт. Тоже ортопедическая обувь, 46-47 размер. Есть и такие, стоят
400 лир. Bak 49 numaralı. 40. 49. Ага. 49? Да. 49 размер. Представляете, даже 49 размер. Здесь классическая модель, модели, натуральная кожа. 40-48 numaraya kadar olan numaralarımız var. От 40 до 48 размера. Например, вот такого вот плана. Оригинальные. Натуральная кожа. Стоит 290 лир. И есть разные цвета. Черные. Вот такого плана. Стоит 240 лир. Memnun kaldığımız modeller arasında olan modeller mi? Очень популярная, очень популярная вот эта модель. Есть черный и коричневые цвета. Тоже марка Libera. 400 лир. Bunların bağcıksız versiyonu da var şu şekilde. Есть без. Aynı modelin bağcıksızı. Такая же модель, только без шнурков. Вот эта модель на шнурках, а вот эта модель такая же без шнурков. Farklı modellerimizden gelen var. Yeni sezon ürünleri bunların hepsi. Вот это все модели нового сезона. 400 лир, фирма Libera. Есть черный. Şu şekilde var. Ve bunun tabanda kauçuk. Şurada. Kauçukovая подошва. Arası. Угу. Каучуковая подошва. Aynen, и натуральная lira, кожа. 240 лир. Натуральная кожа. Тоже одна из самых популярных моделей. Классическая модель фирмы Libera. Стоит 250 лир. Вот эта модель. Ортопедическая фирма Libera. И тоже очень мягкая. Очень мягкая кожа. Yeni olan ürünlerimizden birisi de şu. Вот эта модель спор нового сезона, можно со спортивным костюмом, очень мягкий, тоже фирмы Libera. Libera. Есть темно-синяя модель, черная. И Libera маркамыз вот такого нубук плана. Оригинальный. Натуральный нубук, стоит 300 лир. Интересные вот такие вот модели. Şu taban güzel. Yine rahat ettiriyor günlük kullanımlarda. Очень удобная подошва для модель и модель для повседневного использования. Есть много разных Tabası, цветов. Lacivert, зеленые, черные, коричневые, синие. Başka modeller bizde var şöyle farklı. Есть вот такого плана модели. В общем, в магазине просто огромное количество различных видов обуви. Я думаю, что на любой вкус и размер вы себе подберете то, что будет непосредственно подходить вам. Вот такая Libero интересная модель. Любимая марка Айхана Libera, ну, потому что они действительно очень удобные. 340 лир. 4 цвета. Yine Libera markasının şu şekilde. Очень мягкая кожа. Кожа. Спортивная модель. Угу. 330 lira. 330 lir. Şu şekilde. En rahat kalıplarımızdan. Hangi ayak giyerse giysin çok güzel oluyor. Вот эта модель очень ayağına удобная. Ayağına tam oturuyor. И подходит всем. Потом... Biraz daha hafif klasik bir model. Более легкий вариант. Классическая спортивная модель. 319 лир, 320 лир стоит. İki tane başka modellerimiz var. Есть вот такого плана модели. Yine bunlar da bunlar da ortopedik. Тоже ортопедические, очень мягкие и натуральная кожа. Biraz da Free Food markalarım yine. Здесь марка Free Food. Спортивные модели. Тоже разных цветов. Белые, синие, черные. Lumberjack марка. Есть сандали марки Lumberjack. Вот mm-hmm. на лето очень удобно и комфортно. 220 lira. Особенно в Алании. Стоит 220 лир. Грейдер маркаларымыз var şu şekilde. Марка Грейдер. Aynen. Benim favori marka. Тоже Айхан очень любит такую марку, ну потому что они на самом деле удобные. Şu modeli yeni gelmiş, bak. Hemen Ayhan abi anladı. Вот это новая модель. Марка Грейдер. Bak bu da var. Yani az önceki
Грейдер. Макасины. Грейдер. Gösterdiğimiz modellerin aynısını Грейдер de yaptı bu sene. Yine такая же модель, rahat. Как у Либера, есть и в этом сезоне у Грейдер. Bunlar da çok rahat. Тоже натуральная кожа и очень удобная подошва, стелька. Грейдер'in en favori modellerinden bunlar var. Одна из самых популярных моделей Грейдеров, вот такая вот так спортивная модель есть, белые и черные. Şu şekilde. И вот такого плана. Aynen, bunların tabanları da yumuşak, esnektir. Тоже мягкая, мягкая стелька. Şu grubumuzdan var, yine Грейдер'in hafif. Очень легкие, более такие классические модели. Грейдер'in yine delikli modellerinden. Delikli. Есть также с дырочками, чтобы нога дышала. Şekilde. И вот такого плана из очень-очень мягкой кожи. %100 оригинал дыры. Табанлары юмшак. 100% кожа и очень мягкая кожа. Сейхан меряет три модели. Одна вот такая вот более спортивная модель. И еще белый, черный и вот такие вот блестящие, которые мне понравились больше всего. Вот эта модель очень классная. Как вам такая модель? Айхан говорит, что очень удобные. И белая модель. Вот это очень красивая. Белая обувь очень красивая. Какие вам больше всего понравились? Как вы думаете? Мне больше всего понравились вот эти вот белые и из лаковой кожи. Ну а Айхану вот эти вот и белые. Спортивные модели без чулков. Lumberjack марка. Марка Lumberjack. Astar delikli. С дырочками. И ayakkabının tabanı da delikli. И дырочки в подошве, чтобы нога, aynen. Чтобы üstten, нога alttan дышала. Hava alır. Стоят такие. Ne kadar? Hafif model 200 lira. 200 lir. Yine Lumberjack model. Tabanı. Тоже memory Lumberjack model. С умной стелькой. Bu da hafif. Тоже мягкие, удобные. Aynen. Bu şekilde Jump diyen markamız var. Вот такого плана марка Jump. Тоже очень легкие. С дырочками, чтобы нога дышала. Грейдер модель var şu şekilde. Модель Грейдера. Bu şekilde yine bir Jump markamız var. Firma Jump. Tabanları yumuşak olarak на Lescon. Şnurkach. Lescon firma marka. Lescon. С очень мягкой стелькой. Bu şekilde Jump markamız var. Вот такого плана более классические кроссовки. Jump. Hammerjack. Hammerjack. Jump. И вот такие вот. Bunlar tabanı yumuşak, petli tabanlar. Очень мягкая стелька, умная стелька. И если долго ходить, то нога, конечно же, не устает. Erkek modellerimiz Lumberjack, Polo modellerimiz bu taraftan yine. Мужские модели фирмы Lumberjack, Polo. Yeni сезонumuz. Новый сезон Lumberjack. Siyahı da var. Черные и белые. Yeni сезон ürünlerimizde şu modelimiz var. Новый Çok сезон. Rahat. Очень тоже очень удобная модель. Ayak giyildiği zaman bir daha çıkarılmak istemeyecek olan model. Очень удобная модель. Tabanları yine yumuşak, esnek. Такого цвета, болотного цвета и белого цвета. Siyahı var. Стоит, var. Стоит 260 лир. Есть белые, болотный цвет. 4-5 renk. Черные, серые и синие. Koşu ayakkabısı olarak, yürüyüş ayakkabısı. Более спортивная модель для бега, для прогулок. Lumberjack. Koşu ve yürüyüş için yine тоже tabanları yumuşak. Для бега, для спортивных прогулок. Air taban. Düşünmeliyiz. Вот такая подошва с воздушной Lumberjack. Подушкой. Lumberjack. Şeylerden var yine şu şekilde model. Hem hafif, spor model. Мягкие и тоже lira. Очень легкие. 250 lir. Грейдеры. 230 лир. 230 лир. Lumberjack modellerimiz var şu şekilde. Modeli Lumberjack. Karşıda kışlık modellerimiz var yine. Здесь есть зимние модели. Мы их показывали Bunlar в прошлых видео. Стандымызда duracak. Летом они тоже останутся, будут все лето, поэтому вы можете прийти и посмотреть зимние
зимние ботинки. Сугечермез özellikler onlar. Они водонепромокаемые и для морозов до 20 градусов. Lescon markalarımız. Марка Lescon. Şu şekilde. Farklı model, farklı design. Модели разные yine модели. Ортопедик yumuşak tabanlar. Тоже с умной мягкой стелькой. 290 lira. Стоит 300 лир. Şurada farklı modelimiz var yine şu şekilde. Тоже на мягкой подошве. Марка Kinetix тоже marka. Производит очень удобную обувь. 145 лир. 155 лир такая модель. 250 лир в шекле Solomon моделинг чакмасы. И 250 лир вот такого плана тоже модель. Air Max модельlerinden var Kinetix'te. Yine kalıpları güzel. Очень удобная модель с воздушной подушкой. Одна из самых удобных моделей Kinetix, тоже Kinetix. Модель из вас. И вот такая вот интересная модель. Угу. Тоже с очень удобной язык. Подошвой, с дырочками, особенно летом. Для лета, чтобы нога дышала, стоит 220. Начинается лет. Спортивная обувь женская. Угу. Şu şekilde. Bu yaz, yeni geldi. Вот такого плана новая модель. Şu modelden... Geçen sezon size denettirmiştik. У çok меня есть model. Вот такая вот модель. Я ее в прошлом году покупала. Очень удобный. Прям не хочется тоже снимать с ноги. С умной стелькой. Очень удобная модель. Вот это новый сезон. Новая модель. С, тоже с очень, очень мягкой стелькой. Модель Kinetix. Очень легкая модель. Unisex modellerimizden. Air Max model. Модель мужская, как для мужчин, так и для женщин. Подойдет, стоит такая модель 184 лиры. Farklı renk seçenekleri de var şu şekilde. Очень много разных цветов, и вот такие вот яркие, и белые, и более классические темные, ну и, конечно же, розовые. Lumberjack, hafif. Lumberjack очень легкая модель, стоит 220 лир. Şu şekilde bir şey var. 260 lira. Farklı renkleri var ama bunların. Много разных цветов. Вот такая вот модель. Есть разных цветов. Polo'dan. Polo modelimiz. Это модель Polo. Очень интересная модель. Стоят они 270 лир. Новый сезон. Вот такого плана. 250 лир. Lumberjack. Вот это модель для бега, для прогулок. Марка Dockers. Для тех, кто любит более такую оригинальную обувь. И Kinetix. Есть три разных цвета вот этой модели. Jump марка hafif. Марка Jump. Очень легкие. Yine şu tarzlardan var şu şekilde. И вот это новый сезон, тоже Lumberjack. Очень интересные модели. Модели в этом году. 7 renk seçeneğiyle. 7 цветов, 7 разных цветов. Şu modellerimiz de güzeldir, hafif. Очень Jump. Легкая модель, фирмы Jump, 145 лир. Очень интересная модель, но прям легкий, ничего не весит. Lumberjack yine. Тоже Lumberjack. Az önce erkek modelimizi gösterdiğimiz мягкой gibi, табаны делик. Стелькой. Подошва прозрачная, с дырочками, чтобы нога дышала. И стелька тоже с дырочками, чтобы нога дышала. Aynen. Bu da 200 lira. 200 lir. Polo modellerimizden. Şu şekilde biraz daha hem klasik hem spor modellerimizden. Новые модели Polo стоят 165 лир. Кто любит эту марку? Galatasaray Kinetix марка. И вот такого плана, Polo. Кто любит Polo? 155 lira. 155 лир. Orijinal deri olarak şunlardan var bir de. Bunlar вот da bu вот, сезонun ürünlerinden yine tekrar geldi. Вот это вот натуральные Polo. У меня, кстати, такие же бенды de aynı var. Var. Geçen sene varmıştı. Bu sene yine getirdik. У меня вот такие вот. И memnun они, kaldığımız için. И они на самом деле очень-очень удобные. Натуральная кожа. Очень интересная модель. Polo. Новый сезон. Вот такая вот модель Jump. Очень... Тоже удобные. Такая вот белая модель. Это новый сезон.
и очень, прям очень удобные, потому что они с умной стелькой. Вот с такой вот умной стелькой. И нога, конечно же, фирмы Lescon. Нога никогда не устанет. Стоит 260 лир. Вот такие вот 4 модели. Даже скорее 3 модели мне очень понравились. Особенно вот эти вот беленькие были очень удобные. Мы с Айханом померили каждый по 4 пары обуви. И напишите в комментариях, какую обувь, как вы думаете, какая обувь нам подошла больше всего. Айхан не знает, что купить. Мне понравились белые и черные, поэтому напишите обязательно в комментариях. Мы будем ждать ваше мнение. Ну и, конечно же, приходите в магазин Rua Kundura. Здесь классная, качественная обувь по низким ценам. Мы это знаем, потому что мы обувь в этом магазине покупаем, ну, уже, наверное, я не знаю, лет 5. Поэтому добро пожаловать в Аланию и обязательно приходите в магазин Rua Kundura. Ну, а пишите ваши комментарии, конечно же, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Комментарий. Всем пока-пока.